Всем привет! Выдался наконец-то этот день, когда можно поехать поснимать выпуск. И как назло, самый жаркий день получился. Плюс 89 сейчас где-то температура, я не знаю. У меня еще как назло перед съемкой сломались очки. Поэтому это будет еще и самый сложный и, судя по всему, уже самый потный выпуск. Мы приехали в Зеленоградск. Сюда же люди в жару, в принципе, приезжают. Поэтому будет очень много людей. И прямо сейчас мы снимем классный выпуск. О, здесь нормально все. Все, давай здесь. Не-не-не, иди сюда, Олег. Все, здесь будем стоять. Фу. Окей, Гурьевск, погнали! Прямо сейчас пойдем пообщаемся с первыми людьми, которых мы встретили в Зеленоградске. Мы сейчас заметили, вы снимали вот это вот. Да. Это, вы в курсе, что вы последние, ну, вообще люди единственные остались, кто снимает еще? Да, я очень современная. Мы снимаем про Зеленоградск. Вы не местные. Правильно? А тут вообще нет местных, на самом деле. Тут только один житель, мне кажется, в городе Зеленоградск, где-то прячется. Часто приезжаете в Зелик? Или как? Первый раз. Как вам этот город? Вот, да? Здесь уютненько так. Мы посмотрели, что все музеи в одном здании. Это очень удобный город. Все в одном здании. Вы прям очень странно вообще время проводите в Зеленоградске, вы знаете? Все сюда приезжают купаться, просто загорать, а вы играете в шахматы. Ну, не знаем почему. Фигуры, вы знаете, можете сейчас все назвать сразу? Ну да. Как? Это пешка. Пешка. Коник. Вот это что такое? Это башенка вроде. А вот это что такое? А что это, даже я не помню. Как думаешь, кто из вас сегодня выиграет? Даша. Мне тоже так кажется. А можно вот, как тебя зовут? Эля. Даш, можно Элечке два хода сделать? Давай сделаем два хода подряд. Мне кажется, не поможет тебе эти два хода. Ну и вот теперь, когда этот выпуск точно понравится всем парням, мы продолжаем. Стой, парень, не делай этого! Не делай это, все проблемы решаются, не делай! Потеряли пацана. Все. Перед тем, как прыгнуть. О чем думаешь? Лбом не ударится об воду. Серьезно? Нормально войти рыбкой. Давай, давай вот мастер-класс для всех. Главное, лбом не ударится. Помнишь, да? Помню. Как зовут тебя? Это напоследок? Да. Игорь. Игорь. Все, давай, Игорь. Только не лбом, Игорь. Да, я помню. Получалось рыбка офигенно. Красава. Здорово, как тебя зовут? Кирилл. Кирюх, что еще будешь делать? Давай просто. Не-не-не, ты просто мост держишь на самом деле, да, Пирс? Ты просто сперва расскажешь, что ты будешь делать, а потом покажем. Я просто покажу. Парень. Давай, Кирюх. Опа! Давай ты теперь следом. Давай. У кого круче будет? Опа! Ну да, это был не самый лучший трюк. Че без девчонок-то, пацаны? Вот девчонки, смотри, вот, привет. Ты девчонки, в смысле, ты сейчас обидел кого-то из парней еще, потому что ты сказал девчонки. Прям видно, что самый загорелый вообще. Вы сами не из Зеленоградска, да, судя по всему? Я сам из Рязани. Расскажите, пожалуйста, люди не умеют делать правильно загар. Как быть таким загорелым, как вы? Ни в коем случае не убыстрять загар. Понимаете, нужно постепенно. С 15 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут. То есть, если вы говорите, нужно по чуть-чуть загорать, то вы вот, чтобы получить такой загар, где-то год уже загораете здесь, да, в Зеленоградске? То как год? Вот. Я всего 2 недели здесь. Уже. Когда возвращаетесь-то в Рязань? Послезавтра улетаю. Все, и вы будете там всех бесить в Рязани ходить. Без футболки. От десантных войск привет. Ваш конкретный секрет, как нужно загорать, как нужно отдыхать вообще на море? Отдыхать нужно на море спокойно, хорошо и пить пиво. А в такую жару разве можно пить, как думаете? Конечно, пить пиво это хорошо, это на загар влияет. Каким образом? Хмель влияет на загар. То есть нужно прям накидаться пивасом, прийти? Нет, или... накидываться ни в коем случае нельзя. Пару бокальчиков, солнце, холодное пиво, охлаждаться в море, все отлично. Не больно было, честно? Было очень больно. А зачем? Потому что хочется. Да? Да? Все, спасибо. Как правильно загорать? Есть какой-нибудь секрет? Почаще в воду заходить. Вот по вам не скажешь, что вы прям загорали? Ну, потому что я приехала сегодня первый раз. Первый раз приехали? Да. Вот, а вот по вам видно, что вы вообще давно загораете уже. Да? Да, много. Мы вообще про этот город снимаем. Вы куда-то ходили сами здесь? Ну, сам известный Светлогорск. А, вы в Зеленоградске любите в Светлогорск ехать, да? В Зеленоградске так особо нечего делать. Да.
Можно с вами немножко пообщаться? Мы снимаем. Если вы мне поможете, я пообщаюсь с вами. Мне вот нужно позвонить по телефону. Вот. Мы приехали сюда, чтобы вам помочь на самом деле. А у вас закончилась денежка или что-то там? У меня вообще нет денежки здесь. Вы сейчас звоните этот номер займы, да, быстрой займы? Нет, мне нужно найти просто, где они сейчас. Давайте, находятся. Все, мы вам поможем. Приезжайте в Зеленоградск, просто ходите и ищите, кому нужно надо позвонить. Даете свой телефон, звоните. Люди находят друг друга. Все радостные, веселые, а потом еще и у вас смешное интервью получается. Где уходит море? Вам спасибо. Все, мы помогли вам, все, и вы нам помогите. Вы из Зеленоградска сами? Зеленоградск? Нет, я вообще издалека. Откуда? Поведайте. Из солнечного Казахстана, с юга. Да. Вы приехали из юга, где солнце, где жара, приехали в нашу. Приехали здесь загорать. А вот у вас фотоаппарат, я не могу не заметить и спросить, что-то прям фотографируете, что там может быть. Может быть, вы шпион? Нет, это туристическое, как бы, как... Фотографировали наших, значит, военных объектов здесь. А очень много. Вы подскажите, где вот... А где, кто будет смотреть, какую это... Это YouTube, ок, раздельно, ок, Гурьевск. Гурьевск. Да, все, найдете себя, посмотрите. Потом еще и ФСБ, наверное, заинтересуется нашим видео. Не знаю, не знаю. А потом вы здесь, в Калининграде, как раз и останетесь навсегда. Некоторые люди пишут нам, что мы в своих выпусках часто общаемся с людьми и совершенно не рассказываем про сам город. Все, исправляемся. Выпуск про Зеленоградск будет самым информативным. Итак, что же у нас есть в Зеленоградске? Вот, пожалуйста, карта, все достопримечательности, обязательно все посетите. Ну все, теперь, когда мы все рассказали, пойдемте дальше прикалываться с жителями города. Сразу видно, что ты заняла место в теньке специально, да? Потому конечно, что очень жарко. Конечно, надо. Слушай, ну жаре. Расскажи, чем ты занимаешься. Во-первых, это, если честно, неплохой заработок. Вот за одно лето вот ты будешь играть, ты можешь потом купить себе Зеленоградск? Зеленоградск? Да. Ну, разве что вот чуточку. Выкупить вот это выкупить место? Выкупить вот это место, да. Снимаем про наши города области. И проблема в том, что у нас нету оригинальной музыкальной своей заставочки, какой-нибудь перебивки. Давай сейчас что-нибудь можешь сочинить прям для нас специально. Мы в этом выпуске будем использовать именно твою музыкальную тот перебив. Слушай, ну ты считаешь, что круто с громкой музыкой ездить? Охуенно. Да? Да. Ты делаешь так, да? Да. Чем вообще занимаешься? Я? По жизни. Велопрокат свой. Велопрокат? Да, рекламируй. Да, да. Давай прорекламируй, что по тем. Все отлично. Не, ну это не очень правильная реклама. Давай, расскажи, где тебя можно найти, где можно велопрокат. Санаторий Зеленоградск, приходите. Жара на тебя как-то влияет? Мне чувствуется, что... Я в тенечке сижу, я натушку все сделал свою. Ну-ка, давай покажем, что, расскажи про нее, что это такое? Это Джокер с Бэтменом. В контрах они очень. Че, как нога у тебя там, не болит? Люблю боль. Люблю, когда жестко. Тогда мы должны на солнце с тобой выйти. Не-не, на солнце жестко. Мы должны начать классное видео. Надо, чтобы ты очень сексуально классно снял очки на камеру. И все, мы начнем с этого выпуска. Как называется ваш проект? Окей, Гурьевск. Ну, наш проект так называется. А мы с маленькой буковки. Что вы можете рассказать про Зеленоградск? Что вам понравилось больше всего? Что вы уже успели увидеть? Насколько вы тут давно? Нехорошая у вас будет программа, потому что ты задаешь 4 вопроса и не даешь ответить ни на один. Теперь мы задаем вопрос. Не, по очереди, да. Куда можно сходить в Зеленоградск? Бесплатно. Все, спасибо. Давайте, теперь ты задавай вопрос. А вы купались уже? Как вам водичка? За лето ни разу не искупался. Все, теперь мы, да. Как мальчики в Зеленоградске? Я не смотрю, у меня есть мальчик. Все, давай, теперь ты задаешь вопрос. А как вам, мальчики? Подготовилась? Мы проигрываем. Все, это микрофон теперь ваш. Спасибо. Что ты уже успел увидеть в Зеленоградске? Море. А ты сейчас на электричку? Да. Захватишь нас? Маша! Здравствуйте, можно с вами немножко пообщаться? В такую жару вы продаете шерсть. Люди-то покупают? Шерсть из Монголии. А покупают прям? Покупают, вот? Да. А почему у вас все забито? Продажи идут с 8 часов вечера. Когда есть прохлада, когда есть... А, то сейчас не продается? Сейчас не продается, это как бы рекламный блок идет. Если сейчас подойдет какой-нибудь человек богатый из Москвы, скажет, купай все, вы скажете, нет, 8 часов ждем. Нет, конечно. Конечно, мы ему продадим и сделаем и вечерние скидки у нас. А вы сами почему сейчас не в шерсти это стоите? Пожалуйста, мы сейчас сделаем это. Давай, все будет. Это же был бы рекламный ход, конечно. Вот, пожалуйста. Шерсть из волков летит так. Бум.
Здравствуйте, извините, пожалуйста, можно вопросик один задать? Тоже в полицию устраивается, да, идите? Да? Да, вот только шорты одену. Здесь же как раз сейчас медосмотр, да, идет, прием на работу. Слушай, сейчас завязываю, по работе пишу. Все, ну мы желаем вам удачи, чтобы вас обязательно взяли в полицию. Все, спасибо большое. Вы сами из Зеленоградска, нет? Ну, одна нога в Москве, другая в Калининграде. Вы случайно не тренер какой-нибудь, нет? Нет, никогда не было мысли так? Можно, конечно, завести. Открыть в Калининграде свой фитнес-клуб. Аккаунт в Инстаграме, да? И там набрать кучу подписчиков, косить бабло, да? Да, я не могу не спросить, мне кажется, меня потом просто сожгут все девушки, которые будут смотреть наш проект. Накачанные парни, они все так грудью немного могут играть, вы так умеете? Ну, ты прям видно, что ты уже отдохнул. Да, вот все приехали отдыхать, а ты уже отдохнул. Да. Вообще, я приехал работать и жить сюда, ну и отдыхать. Что-то мне кажется, пока что ты справляешься только с последним. Да. Да. Слушай, откуда приехал? Со Ставропольского края. Почему именно сюда? Тут море, почему бы здесь не жить? Рядом Европа. Зачем жить? Да, зачем жить, когда рядом Европа? Нет. Не надо. Если что, друзья, вам не видно, можешь показать очки? У тебя там Porsche дизайн написано. Porsche дизайн. Да. Так что, девчонки, если вы здесь, Зеленоград. С образованием прибавли. С каким образованием? Ну, у меня средняя. Специально. Все, вообще просто убил сейчас всех. Средняя специальная. Спасибо большое, Кирилл. Спасибо вам. Все, отдыхай дальше. Ты, мне кажется, так и не понял, что мы снимаем. Нет. Подпишешься на нас обязательно? Подпишусь, если скажешь, куда. Не, вот именно надо в том прикол, что ты должен сам нас как-то найти. Найду. Все. По-любому найду, пацаны. Дамы, добрый день. Вот видно, что вы самые позитивные люди вообще здесь. Не, можно прям да? Сесть, да, прям так вот прям. Да. Что делаете, качаетесь, да? Да. Окей, курьер. Спасибо вам большое. Все, есть, нас узнали. Да. Вообще-то. Я вас люблю смотреть. Учитесь где-то, работаете, может? Да, мы школьницы. Школьницы? Да. Учимся. Нет, я закончила. Какой класс? 15-й? Почему без парней? Где пацаны-то? Где одноклассники? Есть молодой человек, он в институте Федеральной службы безопасности. Опа! Да. Зачем-то нельзя было про это рассказывать. О. Придумай любое другое место работы. Где он работает? Он работает на стройке. На стройке. На Федеральной стройке безопасности. ФСБ. Что произошло-то у вас, друзья? Упал телефон в щель. Так что мы сейчас делаем-то? Давайте как-то комментировать. Вызволяем этот, в этот чертов, извиняюсь за выражение. То есть вы телефон. Все время с собой носите отвертку на этот случай? Конечно, и не вы, только, шуруповерт, там все лежит. Да? Вы слишком часто роняете свой телефон, что вы уже готовы к этому. А почему вы сами-то не достаете свой телефон? Почему друга заставили? Потому что вы снимаете меня, а я в этот момент, понимаете ли? Это был самый хитрый ответ. Вот он! Вот он! Вот он! Вы герой на самом деле. Александр. Всего доброго. Вас позовут на «Пусть говорят», готовьтесь. Хорошо. Как отдыхаете? По кайфу. Купаемся, девочек цепляем. Все как полагается парням молодым. А вот почему? Цепляете девочек и сидите без девочек? Что-то как-то так себе цепляете? Девочки такие. Ребят, вы сами из Зеленоградска, нет? Нет. Да, откуда? С Питера. Серьезно, из Питера? Да. Где круче, в Калининграде или в Питере? В Калининграде нормуль вообще. Какие планы у вас, пацаны, чтобы мы не переживали? Что будете делать? Грубо можно сказать? Давай. Ебать все, что движется. Да? Все, я тогда пошел. Спасибо. Если что, вот там вот парни, они очень опасные. Почему? А вы с ними вместе? Нет, они познакомиться подходили. Познакомиться? Ну, они такие опасные ребята. Как часто вообще в Зеленоградск приезжаете? Часто. А почему именно в Зеленоградск? Меньше камней в море. То есть, но... И больше парней из Питера здесь, да? Да, и парней из Питера. Вы в курсе, что вы просто стоите и бесите всех сейчас? Все ж проходят такие, ах, с кальянчиком. Конечно, мы же работаем здесь. О, где работаете здесь? Охраняем пляж, чтобы не было приключений всяких людей. Вы охранники Зеленоградского пляжа? Были какие-то случаи уже, помогали там? Серьезно? Все тихо, спокойно. Может быть, потому что вы кальян курите, вы даже не знаете, что происходит. Может быть. Я писать хочу. Аномальная жара сейчас всех. Хочешь курить кальянчик? Да. А я же ради этого подошел, парни. На самом деле, я ради этого и снимаю видео, чтобы чисто на халяву ходить, пить, чай, курить. Ты пописил? Да. Все, мы переживали просто за тебя. Видно, что вы не просто приехали позагорать, как и все. Какой праздник у сегодня? У нас встреча одноклассников. Мы забыли, а мы еще ничего. Не все вымерли. Да. Не все. Да. А в связи с пенсионной реформой мы прям молодки. Мы нет. Нет, серьезно? Мы молодыми были. Нет, да, Люб, перестань, молодые. Нет, мы не молодые, мы пожилые.
Обычно на встречах выпускников все вспоминают истории. Я ей говорю, у меня кошка, собака, 14 лет уже живет, так устала, не могу даже в Испанию улететь, не с кем оставить. Она говорит, а вот теперь я вспомнила, почему ты моих котят душила. А мы с ней даже вообще... Я говорю, как я душила? Я вообще не душила. То есть вы одноклассницы все? Одноклассницы. Где одноклассники? Жены ревнивые? Есть, да. А мы там уже пережили. Мы же шустрые. Я вообще-то помощник Государственной Думы была, работала в Госдуме. То есть у вас сейчас неприкосновенность депутатская? Я сняла давно неприкосновенность, но никто не прикасается в возраст. Давайте напоследок, чтобы праздник был вот так все за ваш класс, за 11-й. Нет, у нас не 11, у нас 10-й Б. А год-то у нас какой, девчонки? 70-й год. А вы переживали, все. Ну что ж, дорогие друзья, это был выпуск из города Зеленоградск, с самого... жаркого города нашей области. Обязательно пишите в комментариях, как вам... этот выпуск, друзья, и показывайте всем своим друзьям. Чтобы у нас было наконец-то больше просмотров. Это был проект... Окей, Гурьевск. Всем пока.